Поездим. Давай мотоцикл возьмем. Но мне неизвестно, откуда его вообще достать. У тебя есть какой-нибудь? Позвони Мише Смирнову. Сейчас. У тебя по-любому Михан... есть. Сейчас я разберусь тут. По мне тут пуляют. Я опять забыл, где этот вход сраный. А ну, встреть меня. А, не, не надо. Позвонил? Да, у меня тут перестрелка. А. Сейчас. Сейчас я пройду, типа, я ни в чем не виноват. Ни в чем не виноват. Я по ступенькам вниз лицом прокатился. Ага. Виталька! В контактах у меня есть. Виталька? Угу. О, мертвый мент. Ага. А это не мент. О, мертвые менты. Я такой типа по месту преступления иду. Не, механик временно не работает, потому что менты. А Лестеру позвони и сбрось, в принципе. А, все, я ушел от ментов. Пошли свой мотоцикл или подумаем, как купить. Да пошли. О, мне шишечка не хватает до 43-го. Чего же сделать надо? А, вот ты тут. А? Да, сейчас да. Я позвоню механику. Механик. Там развлекаешься, что ли? Это ты стреляешь? Да. Иди сюда. Ча. Ты мразь! Тупая. Мразь! Нет у меня мотоцикла. Сейчас. Чё тебе там Некрасов? А, да, насчет того, как, во сколько завтра универите. Отлично, меня к этому мразь сбил. Тебя убил даже не человек. Да. Пойду-ка одежду персу сменю. У тебя же вроде был мотоцикл или нет? Или я у меня не было. Вот у трещутца был, я помню. И что, у меня курума есть, в которой ни хрена не видно. И у меня есть курума, в которой ни хрена не видно. Ни хрена тут разборочки вообще идут. Блин, может купить мотоцикл? Купи, у тебя денег много. Ну ты ж мажор, у тебя 1 200 000. А. Только купи хороший, твою мать! Еще. Я случайно с крыши спрыгну. Могу за 630 тысяч купить какой-то. Могу за 750. А могу за 75. Покупай самые четкие. О, за 40 тысяч. Да идите в жопу! Поставь пассивный режим времени. Да пох. Я спрячусь просто. О, я теперь палач. Ни хрена ты вообще. Что сказать, бомжа? Не, немного не то. Так, ага, путешествие и транспорт. Я тоже посмотрю. Динка, эндура. Нет, ничего. А, во! Ага. Ага. О, за 630 тысяч неплохой. Ты не хочешь потратить 630 тысяч? Или 750? Чё тебе надо от меня, я купил уже. А ты купил, а какой ты взял? За 15 тысяч. Ой, бомжа! Ты бомжа! Я не хочу все деньги тратить на один мотоцикл. Пошел вон отсюда, меня опять этот мудак на своем грузовике нашел! Денис, я его к тебе веду, помоги, выстрели из базуки в него. Какой грузовик, ты о чем? Вот, иди, во, видишь меня, я рядом. Сейчас, я отключу пассивный режим. Во, Денис, давай, вон он за мной едет, прямо Денис, убей его, блядь. Мне пассивный режим, погоди. Нет, я сейчас умру. А, черт, колесо пробито. Едь сюда, обратно. Колесо пробито, все, я труп. Да. Или? Нет, он бомжа... Стоп! Я немножко ошибся.
Так я его не могу взорвать никак. Бля. Че ты меня обманываешь? Ой, я видел, как он тебя переехал. Блин, ну... Я почти попал. Вези сюда свой мопед. Дед мопед. Ты мудак! Сейчас, подожди, я персонажа переодеть хочу. На этой футболке уже столько крови. Ну, искусственной. Oh, please. Ща. И заодно моцик возьму. Угу. Я пока парикмахерскую схожу, посмотрю. Самую ёбнутую прическу сделал. Да как нехер делать. Я знаю, что сейчас сделают. Ваш транспорт был доставлен в гараж. О, здесь. Ща я классно оденусь. Давай, давай. Причешусь. Ща, так. Я пока переоденусь, домой зайду. Высоко, высоко. Где-то в Лос-Антосе. В доме. В квартире 29. А, все. Так. Сейчас будем переодеваться. Переобуваться. Опа. Блин, вот я мудак, я забыл, что микро отключил. Денис, а то я тебе вопросы задаю, а ты молчишь. Чё там задавал? Да я говорю, микро отключал. Ты там пока ведь со своим персонажем еще разбираешься, да? Нет, я уже все. Погоди, уедь куда-нибудь просто подальше, я тоже сейчас хочу что-нибудь крутое сделать. Ну окей. О, возьму моцик. Хотя нет, нужно еще кое-что доделать. Ща я сгоняю, погоди. Так, сначала я прическу ей сделаю. Потом одену. А пролет над мостами. Так, давай, чмо, стриги меня. Давай, давай, стриги. Так. Милирование. Милирование! Я чё, по-вашему, педик, что ли? Боже мой! А, то типа мышкой надо это выбирать? А, да. Ага, класс. Ща, погоди. А, нет, говно, я стрижку не такую хочу, нет! Дебил! Я 500 баксов просрал. Блин, я только милирование выбрал. О боже мой. Боже мой. О боже мой. Что такое? Да блять, я просто смотрю на все это пиздец. О, заебись, блять! Ну-ка, может быть, еще что-то лучше есть? А, не. Не, я думаю, нет, больше ничего круче. That was fun. See, да, это было весело, это было очень весело, чувак, блядь. Ща, погоди, я еще это... В магазин одежды заскочу.
Так, ты где там? Я с тобой ехать? Не-не, погоди, еще. Еще нет. О, заебись, блядь. Не, я лучше сам как-нибудь одену. Так. Боже мой, что это? Костюмы от дизайнера, блядь, пиздатый дизайн. Блядь, че это за хуйня? Сколько, 75 тысяч, вы серьезно? За что? Да я тут смотрю костюмы. Так, ограбление бизнес, не. Нет, надо самому выбирать все походу. Где там аксессуары? Ну я почти все. Только этот шлем сраный надо снять будет. Ты не помнишь, как шлем снимать? Как? Предметы, аксессуары, и там выбираешь. Ага. Так, ясно. Не то. Так, еще раз, ага, предметы, аксессуары, шлем. А, какого хера? Ну-ка, еще раз. Аксессуары, шлемы. У меня типа нет его, но он типа на мне. Ладно, у меня есть выход из этой ситуации. Все так обосрались сразу. Все, можешь ехать ко мне. Я надеюсь, только на мне шлема не будет. Да блин, пизду на мне шлем! Что такое? А можно его как-то выстрелом, не знаю, сбить с меня? А, во. Денис, ты где? Ча. Ни хрена, тут все от меня просто с ума сходят. Блин, ты где? Чё ж ты что-то разогнался, я тебя даже найти не могу. А, я тут. Сейчас. Меня этот дебил опять преследует. Ой, я съебался от него. Походу. А, чмо! Пошел вон. Ой, ебать, он удар. Я его убил.
Он был в бронированном транспорте, я его убил. Ну да, и за мной, конечно же, все на свете. О, давай, 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 давай. А, ты увидел, что я на вертолете? Угу. Садись, мой. Не, реально, ну садись. Ща. Подожди, я Лестеру позвоню, чтобы с меня сняли это. Ща позвоню. Лестер. Отлично, там с РПГ меня шмаляют. Лохка свой. Hey, what's up? Well, how can I help? Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Лучше надо ехать от игроков. Давай, 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 лети куда-нибудь, я за тобой там. Ой, я чувака случайно убил. Погоди, ты где? Ага, вижу. Я, короче, выбрал место. Все, давай. О, так, главное не утопить его. Как я должен туда, типа, заехать? Стоп. Тут разве нельзя? Одно. Нет, можно, надо вход сейчас найти еще. А, меня а, снайпер убил. Отлично. Ну ты же там недалеко где-то, наверное, еще. Опять этот дебил на грузовике меня преследует. О! Я далеко, но у меня теперь есть самолет. В смысле, где ты? Ну, меня кинуло в аэропорт. А в Лос-Сантос? Да. Или в пустыне? Нет, в Лос-Сантос, который. Ага. Ну давай там ищи меня. Да иди ты в жопу, хватит меня преследовать, кусок говна. Юмора. Иди, знаешь куда? К ярмарочному аттракциону. Где он? Я не могу на карте пометить. Ну там где пирс, помнишь? Угу. Я сомневаюсь, что там будет удобно приземляться. Нормально. Я просто этот дебил опять преследует. Включить пассивный режим, все. Отсоси, потом проси. Ну, я не туда, что ли? Ща. Я просто от этого дебила там избавиться решил. Ой, ты далеко. Я недалеко. От ярмарочного аттракциона-то. Ты уже там, типа? Нет. Я имею в виду от меня далеко. А, ну ты понял, да, куда? Блять. Я все. Ну что это было? Я взорвался случайно. Засмотрелся на карту. О, еще один самолет. Опять ты в аэропорту? Нет, я в какой-то пустыне. Да, серьезно? Блин. Мы, походу, никогда не встретимся теперь. А, этот транспорт скоро самоуничтожится. Ты от своей квартиры далеко? Че? Я посмотрю, как разорвется самолет. Да, очень далеко. Я к тебе, короче, на встречу сейчас поеду. 3 километра до тебя придется поехать. Ща. Так, ты там на месте или нет? Я на месте стою, жду.
ща прибуду. 2.50. Ну я быстрее. Ну вообще еду не быстро, но... Нормально. Бедного парня опять обокрали. На этот раз не на 18, а на 1800. Там, по-моему, тебя кто-то преследует. Нет. За тобой едут. Я в пассивном режиме. Студио Чаус. Может, да, за мной. Да, он за тобой едет. Нет. А, нет, все, свернул. Так, вон я подъезжаю. Ты точно там, да? Ну да. Ты там переодел, да, что ты сам причесал, да? Да, сейчас увидишь. Сейчас ты увидишь. Так. Ага. Ага, вон ты где. Выйди лучше из пассивного режима. Чтобы я тебя так разлететь мог. Угу. Готов? Да. А ты готов? Ну да. Все, выходи из машины. Че это за хуйня? Че, лысая мама, серьезно, блядь? Ты охуел? Стоп. А я как? Как тебе причесон? Я не могу описать. Почему? От первого лица посмотри. Ой, и не то нашел. Ну как? Что мы с персонажами сделали? Я не знаю, я пойду нормального делать. Ой. Это было очень круто.